Здравствуйте, сегодня мы вам покажем вот такую накладную прядь из натуральных волос. Ширина у нее 30 сантиметров, длина тоже 30 сантиметров. Крепится она на вот такие вот заколочки к собственным волосам. Так открываем, вот так закрываем. Вот у нас девочка-покупательница согласилась попозировать, потому что ей эта прядка очень понравилась. И мы сейчас покажем, как это будет выглядеть. Значит, волосики у нас не густые. Хвостик вот получается. Хочется увеличить объем, хочется какую-то причесочку создать поприличней, пообъемней, постильней. Ну, сейчас продавец у нас Ирина приделает эту прядку. Для этого нужно нам поднять свои волосы. Это вот отсюда, наверное. Будем приделывать только одну прядь. При желании можно будет и две сделать, но обычно пряди эти густые, сшиты у нас под заказ, обычно хватает одной. Когда хочется не что-то такого сногсшибательного, а просто сделать приличную прическу. Прядь крепится от средней заколочки. Мы подняли волосы относительно ровно у девочки. Вот эту среднюю заколку зацепляем. Вот так, вот так, одним движением руки, как говорится. В натяжечку прикрепляем под волосики. Прядь отсвечивает немного, поэтому оттенок кажется сверху светлее, прядь темнее, потому что волосы они обычно отсвечивают. В принципе, если даже чуть-чуть оттенок пряди не сходится, это незаметно на волосах. И вот такой у нас получается объемчик. Во-первых, удлинилась сантиметров на 10. Во-вторых, уже какая-то более стильная стрижечка получилась у девочки. У нас. Вот так. И объем уже приличный. Хвостик можно сделать. Ну, как вам? Я счастлива. Спасибо. Спасибо.